Совершить путешествие во времени и увидеть, как развлекались российские монархи, теперь можно в Петергофе. В музее-заповеднике Санкт-Петербурга открылся музей государевой потехи. Это своеобразная экспозиция утраченных событий, многие из которых остались лишь в описаниях на бумаге. С помощью современных технологий можно побывать в первом профессиональном театре страны, стать свидетелем огненных забав или полюбоваться на другие интересные вещи. Это первый музейный проект, полностью посвященный досугу императорской семьи. Подлинные музейные экспонаты переплетаются с мультимедийными технологиями. В так называемом театральном уголке видно, как вращается машинерия. Так в 18 веке называли кулисные механизмы, которые построили в первом профессиональном театре страны. Здесь представлен макет оперного дома в Петербурге. Театр эпохи барокко был времяпрепровождением дочери Петра, императрицы Елизаветы, которая обожала театр. Мы хотели рассказать о вот тех удивительных забавах, в которых участвовал царь-батюшка Петр Алексеевич и все остальные Романовы, которые остались на бумаге, в описаниях, в дневниках, в переписке. Модное увлечение 19 века – велосипеды. Так называемый «костотряс» принадлежал Александру II. Никаких шин, только железный обод, поэтому свое название он оправдывает полностью. А также велосипед-тандем, который приобрел Николай II. На нем императрица и император могли отправиться на велосипедную прогулку по Петергофу.